Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Разор, его название Binding of a Storm Steeler. И давайте рассмотрим модель нашего заряда молнии, если можно так сказать. Вот такой дядечка в юбочке. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта? Если честно, я не наблюдаю особых изменений, самого Разора. Все основные изменения — это вот у нас верхняя часть Разора, плечи, но в игре заметите изменения. Ну и немного изменена голова. А также добавлен вот такой хлыст, который у нас идет по полоске разряда молнии. А так, в принципе, Разоры, ну вот, сетовый и не сетовый очень похожи. Но в игре посмотрим, как это выглядит. Что касаемо вещей, данный комплект состоит из 5 вещей, одной рарки, одной откомонки и трех комонок. Ну и давайте посмотрим, как выглядят разоры в игре. Вот такие разоры. Вроде как бы они разные. То есть, если посмотреть, видны различия. Вот это плечи у нас здесь другие. То есть, здесь голые, а здесь что-то у него как бы одето. Другая голова, но при этом форма очень напоминает стандартную. Юбка, на мой взгляд, очень похожа. Если бы не было вот этого переднего, ну не знаю, закидончика, то вообще бы очень похоже было. Сзади разоры выглядят вот так. На мой взгляд, практически неизменны. То есть, вообще очень похожи. То есть, если мы с высоты птичьего полета, ну точнее, с высоты игровой смотрим, они практически идентичны. Ну вот, как вы видите, у нас еще изменяется вот этот хлыст, его молниеносный. То есть, к разряду молний появляются такие эти стрелочки. Ну это у нас как бы все изменения. Давайте еще с разных ракурсов посмотрим на него. Например, с этого, с этой стороны. Ну, вещи как бы выполнены неплохо, текстуры хорошие, и как бы не просто текстуры, у нас даже анимация здесь сделана на вещах. Но все это как-то, не знаю, просто и слабо, на мой взгляд. Мне кажется, нужно было вносить какие-то более значительные изменения. Ну, если нужно какой-то сет сделать, чтобы он радовал глаз, так сказать, был интересен, нужно делать что-то серьезное. А это как бы очень простая работа, на мой взгляд. Ну и, наконец, давайте рассмотрим модельки иконок наших разоров. Вот сетовый разор. Не знаю, чем-то он мне напоминает Свена, хотя нет, пожалуй, другая у него голова. Ну и стандартный разор, вот с такой головой. Давайте ближе сделаю, чтобы вы прям на экране могли посмотреть на эти головы. Вот стандартная, вот с этого. Ну как бы у них цветовая гамма разная, как вы можете обратить внимание. Так, а это, пожалуй, у нас были все изменения. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.